Так идем? Отлично. Прекрасный образец дейдрического святилища. Вот только добраться туда непросто. Давай продолжим путь.
«Думаю, мне имеет смысл получше изучить это святилище. А ты можешь идти. Спасибо еще раз за помощь. Пожалуйста, возьми это в знак моей благодарности». «Прекрасный образчик. Он украсит мои исследования. Я благодарна тебе за твою помощь». «Я Эланта Алинорская. Спасибо еще раз». Полагал, что сейчас ты занимаешься Элантой. Для меня радость говорить с тобой. Все сделано? Превосходно! Хорошая работа! Вот причитающееся тебе вознаграждение. Ты хорошо работаешь, и это не проходит незамеченным. Мне было поручено произвести тебя в стражи. Так держать! Как я понимаю, Ариэн опять тебя ищет. Отправляйся в Корал и поговори с ним. Береги себя. Как поживает?
Надеюсь, я смогу помочь. У меня есть еще одно дело для тебя. Довольно деликатное. Тебе нужно будет найти Верануса Донтона. Я отправил его на задание в оставленную шахту. Они с товарищами должны были очистить шахту от троллей. Прошло несколько дней. Вестей от них нет. Выясни, что там произошло. Думаю, не нужно объяснять, насколько это деликатный вопрос. Отправляйся туда. Доложи мне о результатах как можно скорее. Нам нужно было очистить эту шахту от троллей. Дело непростое, но оно было по плечу тем, кого я туда послал. Я хочу знать, что там произошло. Ты справишься.
Thank you.
Позволь мне заняться этим. С возвращением. Что удалось выяснить? Мертв? Мертв. Что произошло? Дневник? Дай-ка я посмотрю. Компания «Черный лес». Ублюдки. Выскочки. Мне не хочется даже думать о том, как Велена воспримет эти новости. Он находился под моей ответственностью. Я сам должен сказать ей об этом. Тебе придется на некоторое время залечь на дно. Поговори с Азаном или Грокашем. Я сам поговорю с Веленой. У тебя впереди еще вся твоя карьера. Трудись! Это ты? Привет! Что? Приятно осознавать, что в нашем городе такая сильная гильдия бойцов. Да, доносились ли новости из других провинций? Ничего такого, чем стоило бы сказать. Пока. До свидания. Привет. Давненько меня там не было. Но всегда приятно зайти туда и поболтать с Рашедой. Там уже она всегда готова сделать. Жаль, сэр. Мне нечего есть. У тебя умный взгляд. Здравствуй. Привет. Надеюсь, я смогу. Извини. У меня сейчас... Или... Пока. Надеюсь, я смогу помочь. Воздадим хвалу Стендарру за часовню в Корле. Это потрясающее место, и целители там великолепные. До свидания. Полагаю, ты хочешь получить новое задание. В противном случае не вижу большой необходимости болтать с тобой. У меня есть для тебя задание и очень важное. Тебе нужно поговорить с лордом Рукдумфом. Он орк-аристократ. Хороший человек. Наши семьи знакомы очень давно. А теперь его дочь пропала. Отправляйся в его поместье и поговори с ним.
Найди его дочь и следи за своими манерами. Я не хочу краснеть потом из-за тебя. Женщина-орк неземной красоты. Теперь иди и найди ее. И не хами ей, или она оторвет тебе уши. Иди помоги лорду Рукдумфу и сотри эту улыбку со своего лица. Ты из гильдии бойцов, так можно резюмировать. Исключительно. Я лорд Рукдумф Грошаргак. Давай проведем беседу о леди Рокбуд. Опасаюсь, что во время променада она подверглась нападению. Похищена! Я подозреваю, что это огры позарились на нее. Поищи к востоку от моей резиденции. Говорят, им полюбились эти окрестности. Очень переживаю и буду чрезвычайно благодарен, если ты найдешь ее. Ужасные создания. Порождение зла и ужаса. Они свободно гуляют к востоку от поместья. Я надеюсь, ты положишь их существованию конец. Займись делами насущными. Я рада, что твари убиты. Я бы сделала это сама. Но, пожалуй, это не подобает леди. Возвращаемся домой. К моему отцу. Пожалуйста, покончи с этим.
Мы очень довольные и удовлетворительные. Мы очень довольные и удовлетворительные. Ты нашел мою сумасбродную дщерь. Я сообщу Бурзу Грокашу о твоих адвенчурах. Возьми это. Он принадлежит моей семье уже многие поколения. Пожалуйста, меня не покидает не говори, уверенность, это, что вскоре мы вновь встретимся. Спасибо за помощь. Хотя я и сама могла разобраться с этим. Если б только мне было позволено носить топор. Пусть это будет нашим маленьким секретом. Твоя задача — найти леди Рокбуд, боец. Чего ты стоишь здесь и болтаешь со мной? Она вернулась, жива и здорова. Хорошая работа. Мне всегда нравилась эта девушка. Возможно, стоит навестить ее как-нибудь. Вот твое вознаграждение. Извини. У меня есть еще один контракт для тебя, боец. Думаю, ты с ним справишься. Я поручаю тебе разобраться с исчезновениями людей на заставе Харлана. На заставе Харлана пропадают люди. Нас наняли, чтобы мы выяснили, что там происходит. Поговори с Дронарой Телис, она тебе все расскажет. Ступай. Перестань попусту терять время. Отправляйся на заставу Харлана немедленно.